него абсолютно модельная внешность. Ребенка вот модели, честно. Но на самом деле, ты сколько, 8 лет прожил в Америке, да? Да. И я тоже. И вот это немножко то, что там очень развито. Я надеюсь, что... И когда я увидела то, что вы теперь это делаете здесь у нас в России, ну, мне, честно говоря, очень радостно стало. Молодцы. И те, кому это в голову пришло, и те, кто разглядели в нем талант, а талант действительно есть, и те, кто помогает сейчас, потому что мы прекрасно понимаем, сумма, которая была озвучена для простой российской семьи, первый этап лечения 650 тысяч рублей, совершенно неподъемная вещь. И хотя бы таким образом, с вашей помощью, да, может быть, какие деньги на лечение они соберут. Поэтому всем, кто это придумал, кто помогает сейчас, огромное от меня личное спасибо.